Покончить с бездорожьем? В этом году ремонт дорог дошел и до села Тузды, что в Бухаржауском районе. Новым асфальтом планируют за 2 года покрыть все дороги и тем самым закрыть потребность. Подобное стало возможным благодаря проекту «Аул Ельбисеге». Как продвигается работа, увидел наш корреспондент. Метр за метром асфальтоукладчик распределяет по дорожному полотну еще горячий асфальт. Предварительно тут был уложен щебень. Следом пойдет каток. В поселке Тузды Бухаржирауского района 20 дней назад приступили к долгожданному среднему ремонту дорог. Подрядчик говорит, что асфальт должен быть 6 сантиметров, но они делают больше. У нас немножко больше. Вы видите, у нас катают 3 катками. Они 16 тонник, 11 и 10 тонник. Чтобы уплотнение было, потому что от этого очень много зависит качество асфальта и срок асфальта. Поэтому мы стараемся, чтобы хорошо сделать. Темпы подрядной организации набрала хорошие, хотя проект этого года рассчитан до октября, планируют закончить раньше. В этом году намерены покрыть асфальтом 4 километра дорог, а в следующем останется чуть больше 1 километра. Республиканская программа «Аул Ельбисеге». Раньше только в районных центрах, в больших поселках это все делалось. А вот как вы сами видите, и в маленьких поселках тоже стали проводиться такие работы. Но это, наверное, в первую очередь признак того, то, что наше государство развивается, что и до небольших сел, но перспективных сел и дошла вот такая вот программа. Я считаю, что не устаю повторять то, что проблемы с дорогами, если будут решены с питьевой водой, то это в первую очередь признак развития государства. По программе «Аул Ельбисеге» на улучшение дорог выделяется более 20 миллионов. Жители довольны преобразованием. Ольга Петровна живет в селе с 1969 года. На ее памяти говорит ремонтная компания 50-летней давности. Мы очень рады тому, что наши улицы сейчас будут асфальтированы. Поселок преобразился, стало очень красиво. Делают качественно, видно, что по технологиям соблюдение всех технологий идет подрядчикам. Ну и будем надеяться, что простоит наш асфальт долго. Мы будем радоваться тому, что в этом году наш поселок в этом плане будет благоустроен. Гарантийный срок на дорогу 3 года. За качеством материалов и соблюдением технологий следит технический надзор. Проведенные работы позволят 100% закрыть потребность поселка Тузды в качественных дорогах. Ирина Вабищевич, Зулхарнай Исмахаев, Николай Шевелев, 5 канал.